29 октября Департамент охраны МВД отметит профессиональный праздник. По традиции поздравления принимают накануне. В считанные минуты они оказываются там, где другие пытаются проникнуть в чужой дом, квартиру, любой другой объект, где установлена сигнализация. Нередко первыми прибывают на места происшествий, поскольку несут службу неподалеку от охраняемых объектов. Подразделение охраны МВД более 70 лет стоит на страже имущественной и личной безопасности граждан. Спектр задач у департамента большой – это и установка систем безопасности. Они же сопровождают грузы, охрана общественного правопорядка на территории всей страны. В этом году был заложен первый камень нового отдела в городе Островец. И сегодня, надеюсь, в этом году произойдет, наверное, историческое событие. То есть мы возродим отдел в таком серьезном и важном населенном пункте в городе Островец, который будет действительно выполнять задачи в том регионе и обеспечивать безопасность жителей этого города. Департамент охраны Гродненской области насчитывает свыше 4000 сотрудников. Лучшие из них получили награды за качественно выполненную работу. За 9 месяцев нынешнего года было выявлено более 4000 административных правонарушений всеми сотрудниками охраны Гродненской области. Более 2500 было осуществлено выездов на места происшествия совместно с группами оперативными органов внутренних дел Гродненской области. Было задержано 212 преступников, которые в совершении преступлений изобличены. Если в сравнении с прошлым годом, то было 210.